Ну что, надо выполнить какую-нибудь миссию. Что-то там, я припоминаю, Герштраус хотел, чтобы Артур ему помог. И Дач что-то говорил. Надо там, мол, Штраусу что-то сделать. Мол, его занятия приносят бабки. А мне шапку надо взять. Кстати говоря, как откупиться от этой фигни? Награда. Маршрут назад, метка. Узнать бы, как откупиться-то. Сумка. Короче. Быстренько взять барахло. Шапку взять. Картежная. Какая у нас была разведчика? Во. Так, теперь где Герштраус? А, о, ну-ка, что это? Не, это вообще SQL. А это кто? А, Леопольд. К Леопольду надо идти. Где он там? Дружбан Леопольд. Гер Морган, Гер Морган, мистер Штраус. Вы заняты, мой друг? А что? Я бы взял вас в дело. Люди с удовольствием берут деньги в долг у таких, как я, но отдавать долги почему-то предпочитают таким, как вы. Не мудрено. Кто вам задолжал? Сейчас посмотрим. Чик Мэтьюс работает в Гутри. Кажется, он помощник. Мистер Врубель. Мелкий собственник на ранчо Багряный Небосвод. Управляет там делами, но плохо. Мисс Лили Милли. Служанка на ранчо Эмеральд. А я-то верил рассказам Дача, что мы помогаем людям. Это легальный бизнес, мистер Морган. Должника место в тюрьме. Мы просто оказываем им услугу. Обязательно расскажу этим людям, как им повезло. Деньги кладите в ящик. Старайтесь их не убивать. Это нам очень невыгодно. Забрать долг у одного из должников. Ну, давай попробуем забрать. Вон сколько меток. Мистер Врубель вначале. Он поближе. Доброе утро, Артур. Погоди, а лошадку покормить не надо, почистить там. Да по сути она должна чищенная стоять, я так думаю. Хотя покормить. И погнали. Так, значит, мистер Врубель у нас. Надо как-то понять еще, как отменить вот это красное, как откупиться от них.
Так, мистер Врубель, мы уже почти доехали. Мистер Врубель. Стоп. Что там, привязать где-нибудь можно? Ладно. Пойдем к мистеру Врубелю в гости. Ток-ток, мистер Врубель. По-польски. Прошу прощения, как вы прошли в мой дом, проклятие. Английский? Говоришь по-английски? Я... Силезия, Верхняя Силезия. Да, рад за тебя. Я пришел за деньгами, которые ты занял у немца. А, немецкий. По-немецки. Добрый сэр. Мы будем беседовать на языке... Немецкого я не знаю. Я пришел за деньгами. Деньги, которые ты занял у Леопольда Штрауса. Да-да. Леопольд Штраус. Да, именно. Пора платить. Где они? Нет, ничего нет. Очень плохая зима. У всех была плохая зима, приятель. Ну где они? Нет, нет. Избивать? Ну давай поугрожаем. Ты помнишь, где хранишь серебро? По-польски, дайте мне время, я достану деньги. Все равно тебя не понимаю. Где деньги, золото, доллары? Не надо, ничего нет. Нет, нет. Нет, 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 не надо. Не иметь деньги, но иметь это. Это хорошее, хорошее, ценное. Это Варшава, да. Я беру твои вещи, да? Они здесь или где-то еще? Ограбить дом. Да. Так, ну вот там, где он стоит, там по-любому что-то есть. Но мы сначала все остальное подзаберем. Ну смотри, если я ничего не найду. Что-то ни хрена нет. Сигареты у нас есть. Тут что? Ты же не с пустыми руками. Часы. Без проблем. Очень ценное, хорошо. Хитрый поляк, а? Обыскать шкафчик. Ну это вот тоже у нас добра. Чем дольше я ищу, тем больше здесь. Так, что там? Что-то ни хрена нету. Ты чё, блин, мимо стула пройти не можешь? Даже английского не знаешь. Сейчас погоди, еще здесь посмотрю. Серебряная серьга, нормально, забираем. Нет, нет, нет. Да, да, да. Ладно, тут ни хрена нет. Ну, ну-ка, отойди-ка. Отошел. Что это тут? Прошу прощения, что? Я не понимаю. Отойди. Нельзя доверять прусакам, да американцам, если уж на то пошло. Золотое обручальное кольцо. Что тут у нас? Мое кольцо. Нет, нет, не шуби. Ладно, пожалуй, этого хватит. Положите долг в общак лагеря или верните еще один долг. Так, брателла, я пойду за следующим долгом, а ты оставайся. Всего хорошего. Да, свяжешься со всякими этими Герами Штраусами. Так, в общак. Это кто у нас там?
Чик Мэтьюс. Поехали. Как откупиться-то все-таки? Прогресс, помощь. Помощь. Преступления. Банды, скупщики. Ограбление, маскировка, свидетели. Спешится убрать оружие, свидетели. Так. Найдите на почте телеграфиста, чтобы выплатить свой долг обществу. Во. Надо мне телеграфисту потом заехать. Ладно, попробуем. Вроде там должно быть такой значок Валентайне. Пока погнали, должок забрать надо. Эй, с дороги. Сейчас тут какие-нибудь события, наверное, появятся случайные. Или налет какой-нибудь. Пока спокойно. Так, этот мужик на горе стреляет. По-испански. Вот так и надо. Что-то быстро кончается выносливость у лошадки. Точнее, медленно. Ну, хорошо. Покормить, может? Что-то покормил, короче. Погнали. Чик Мэтьюс. Следующий на очереди. Чтоб Герр Штраус потом не говорил, мол, у меня тут еще должники. Так, уже недалеко, кажется. Так, где-то здесь. Что, припарковаться-то надо где-то. Эй, брателла, ты Чик? Мне сказали, тут есть некий Чик Мэтьюс. Чик Мэтьюс, тебе стоит поговорить вон с тем парнем. Я сам не местный, на заработки приехал.
С этим, что ли? Тыщик Мэтьюс. Это не я, сэр, это вон тот желторотик. И он удирает. Вот ты зараза, а? Эй, вернись! Ты должен нам денег. Давай, где там лассо? Ну что, Чик Мэтьюс? Последний шанс, остановись. Нифига. Не опасно так сигать лошади. Что, Чик Мэтьюс? Ты готов? Братан. Ты что так быстро ездишь-то? Я чуть не понял. Парень, лучше не зли меня. Давай-ка. Не так быстро. Стоять. Черт побери. Эта карта приведет вас туда, где деньги. Тебе повезло, что я не забрал еще и твои зубы. Карта сокровищ Чика. Посмотрите на карту, чтобы найти место. Карта сокровищ Чика. Ну-ка давай-ка. Ни хрена не ясно. Тут пусто. Читать. А в случае, если со мной что-то случится, мои пожитки хранятся здесь. Идите в назначенную область. Так, где это? Вот это что ли? Ну давай. Поехали. Что там за сокровище у него, интересно? Сейчас позырим. Ох ты, ё-моё. Круто. Контрольная точка. Опять посмотреть на карту надо. И опять ехать сюда. А лошадь-то далеко. Эх, зараза. Ничего, хоть выносливость прокачается немножко.
Надо будет там спешиться. А вот, кстати, и этот телеграфист там или кто. Заплатить этот, как он называется. А, это я не туда попал. Надо отсюда выплатить штраф. О. Опа. Это что-то не то я нажал. Так, предметы что-то закинуть надо. Давай-ка. Ты чё, я что-то попутал кнопки. Четвертый уровень, максимальное доверие. Ну и хорошо. Сейчас посмотрим, что там с Чик Мэтьюс этот спрятал. И еще один долг забрать надо. И потом, я думаю, в лагере появится эта книга, чтобы прокачивать лагерь. И все прокачать можно будет. Так, вот тут мы свалились. Поэтому... Привязать лошадь тут. Так, как правильно спуститься, чтобы тут не остаться. Вот так потихоньку. Эй, ты дубина. Так, осмотрите область. Ну, где-то возле дерева должно быть. О, в дупле. Долг Мэтьюза. И еще один должничок у нас. А вот раньше Эмеральд. Поехали.